Компания BMW представила концепт-кар Vision E-класса, который является электрическим преемником третьей серии и тем самым показывает новое направление стиля немецкого производителя. Концепт воплотил в себе совершенно новый футуристический дизайн, но при этом он сразу узнается как BMW, благодаря таким характерным чертам, как фирменная решетка радиатора и изгиб Hofmeister'а. В салоне фанатов также ждут кардинальные перемены. В частности, автомобиль получил новое поколение BMW iDrive, включая ультраширокий проекционный дисплей. Как мы видим, внутри нет ни кожи, ни хрома, ни других антиэкологических материалов. По словам производителя, более широкое использование вторичного сырья и полностью электрическая трансмиссия с технологией BMW eDrive 6-го поколения сокращает выбросы углекислого газа на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. По предварительным данным, новую третью серию мы увидим уже в 2025 году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!